Наконец-то свершилось. В избирательные бюллетени вернули самого популярного кандидата, звезду политического небосклона России, кандидата против всех, которого мы так любили и которого у нас отняли благодаря предыдущему решению Государственной Думы. Я, честно говоря, думаю, что не нужно останавливаться на достигнутом. Я считаю, что этот популярнейший кандидат должен занять законное место в Думе. Ну, например, нужно представить ему нужное количество пустых кресел в этом самом замечательном органе власти, а также считать, что он, поскольку он против всех, то он всегда голосует против, что бы там в Думе не голосовалось. Я уверен, что это очень оживило бы думскую жизнь и придало ей тот драматизм и динамизм, которого ей так не хватает на фоне вечно и постоянно всеобщих голосований, всегда так, как скажет власть. Тогда, наконец, у нас парламент будет, если не местом для дискуссий, то хотя бы местом некоторого разногласия. Я считаю, что вот нужно довести политическую реформу до конца, и против всех должен занять законное место в парламенте. Правда, я думаю, что после этого он наберет такую фантастическую популярность, что следующая Дума будет практически полностью состоять из пустых кресел с редкими депутатами от партии «Единая Россия».